История для тех, кто не спит после полуночи. История восьмая. Минутная слабость. Я остро чувствую, товарищ, что скоро молодость пройдет, и образ узеньких влагалищ уже на порядке не зовет. Уже не так, за другом резвым мне мчаться хочется в ночи, все чаще хочется быть трезвым и не буянить без причин. Лихой кутеж по двое суток уже не тянет, как магнит, и смех веселых проституток меня, эх, в баньку не манит. Шансон давно из моды вышел, в колонках бабкины внучки, Владимирский централ, кто слышал, уж стопудово старички. Пивасик с водкой не прельщает, на завтрак каша и омлет, жена с утра не похмеляет, стою ночами в туалет. Проснувшись, хрен легко, а раньше он стоял как рок, бывало вырвется неловко, струя хреначит в потолок. Сюжеты, сцены из порнушки, похож больше на кино, и все дежурные подружки уже с внучатами давно. Годами ранее сил хватало, девчат целый день, что же сейчас со мною стало? Задора нет или просто лень? Ох, что со мной? Уже ли старость крадется близко? Не пойму. Хрен там, прошла минута слабость. Пойду кому-нибудь